На набережной Гребного канала областного центра сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Нижнему Новгороду при патрулировании был задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске за ОМВД России по Блохнинскому району. 45-летний, неработающий, ранее несудимый мужчина разыскивался правоохранительными органами за похищение человека. Задержанный передан инициатору розыска для проведения дальнейших оперативно-следственных действий.